Сын Шахтерского края. В Государственном архиве Карагандинской области состоялась презентация личного архивного фонда Ангара Аябергенова, кавалера Ордена Трудового Красного Знамени, обладателя знака «Шахтерская слава» и почетного гражданина Шахтинска. Аябергенов Ангар Камзабаевич родился 15 июня 1942 года в селе Косколь Кокшетауской области. Учился на горном факультете по специальности разработка месторождений полезных ископаемых и работал на шахте «Стахановская», затем на 19-й. Участок, где трудился Ангар Аябергенов, достиг рекордного уровня в добыче угля – 1000 тонн в сутки. С намерением оставить после себя след в наследство будущим поколениям, родственники горняка передали документы его личного фонда в Государственный архив Карагандинской области. И наша задача, значит, эти документы довести до исследователей, до ученых, для того, чтобы в дальнейшем распространить данную информацию. Я надеюсь, и в дальнейшем данный фонд будет пополняться документами как Ангара, так и почетными шахтерами нашей области. Документы личного фонда Ангара Казамбаевича представлены в оригиналах и подлинниках. Поступили в Государственный архив от дочери. Она поделилась, что отец в годы низкой производительности труда возглавлял шахты. Очень любил свою работу, буквально жил ей. Отец был горняком, начинал свой путь от простого горняка. И благодаря своим личным качествам, любви к профессии, добился многого. Архив и документы, оставленные человеком, посвятившим 42 года своей жизни Карагандинскому угольному разрезу, будут востребованы в стране, воспитывая подрастающее поколение к трудолюбию и патриотизму. Дарья Чеканина, Зульхарна Есмахаев, Сергей Ронжин, 5-й канал.